500 миллиардов рублей рассчитывают вложить в экономику региона в ближайшие 10 лет. Это предусмотрено стратегией социально-экономического развития Новосибирской области. Стратегия до 30-го года имеет в себе три основных приоритета. Это развитие человеческого капитала в социальной сфере, развитие конкурентоспособной экономики и создание современной и безопасной среды для проживания. Инвестиционный портфель стратегии насчитывает сегодня 51 крупный инвестпроект на 137 миллиардов и 74 инфраструктурных проекта на 371 миллиард рублей, что подтверждает потребность инвестиций в инфраструктуру. Это без учета проектов Академгородка 2.0. Стратегия предусматривает расширение производства на уже имеющихся высокотехнологичных предприятиях, создание новых линий с опоры на научный и образовательный потенциал региона. Немалую роль в этом должна играть и цифровая трансформация региона. Это еще одна программа, рассчитанная на 5 лет. Только в будущем году на нее потратят 3 миллиарда рублей. В итоге планируют обеспечить даже малые села сотовой связью и выходом в интернет и увеличат количество молодых IT-специалистов в 2 раза. В том числе сейчас мы с Министерством транспорта принимаем решение о развитии интеллектуальной транспортной системы как раз в рамках логики программы «Цифровая трансформация Новосибирской области». Создание условий для подготовки кадров для цифровой трансформации на территории Новосибирской области. Эту задачу будем синхронизировать с Министерством образования Новосибирской области, с Министерством науки. На период 5-летку как минимум в 2 раза нужно увеличить количество специалистов по IT-специальностям. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.